Все, есть. Что понесли? Угу. Здоровенькие были участники группы «Мопед и мотоциклы из СССР». С вами Илья Механик. И, в общем-то, мы подводим небольшие итоги нашего конкурса «Линейка». Да, все, кто хотел, смогли помериться. В общем-то, мерили мы в этот раз тайм-линию. У кого дольше всех проработает его мотор с закрытым краном топливным. И, в общем-то, результаты конкурса таковы. В номинации 4Т-двигатель победу безоговорочно получил Всеволод Комиссаров с его Yamaha Sero, который проработал 4 минуты 58 секунд. На втором месте один из последних участников, это Стас Нагорный со своими переделанными Карпатами с двигателем Альфа, которая смогла проработать 3 минуты и 17 секунд. В классе 2Т в этот раз были участники только с мопедами. Это победитель Санек Сабодаш и его мопед Рига 12 смогла проработать 2 минуты и 40 секунд. Роман Белокопытов, тебе отдельный респект. Ты уже второй раз принимаешь участие в наших конкурсах. И твой мопед в этот раз был на втором месте. Верховина 7, я так понял, судя по двигателю ША-62. И он смог проработать 2 минуты 28 секунд. И на третьем месте Дмитрий Филатенко, его Рига 13 проработала 1 минута. Отдельный респект этому парню, что не побоялся и выложил видео в русскоязычной группе на украинском языке. То есть человек чтит свои корни и свою национальную принадлежность. Молодец. Отдельный респект. Для победителя Всеволод получит приз, байк, свой аватар, вернее, свой байк на аватар нашей группы на 3 дня. В классе 4Т. Также Санек Сабодаш тоже получит на аватар свой байк тоже на 3 дня. Ну и как поощрительность Стас Нагорный на 1 день, Роман Белокопытов на 2 дня и Дмитрий Филатенко на 1 день тоже получит. Как и обещано мной было, будет разыграно 2 бонусных аватара ихних байков. У нас было всего лишь 4 человека, репостнувшие запись на задание нашего конкурса. Это тоже Всеволод Комиссаров, который явился победителем в классе 4Т. Группа «Мотоколхозник» вторым сделала репост. Дима Красиков и Даниил Киреев. Как определить победителя? В общем-то, я взял 4 монеты по 1 копейке. И сделаем 2 броска. Сколько аверсов выпадет, тот такой номер победителя и будет в списке. Итак, как говорится, делаем контрольный заброс. Итак, смотрим. Цифра 1. Всеволод Комиссаров. Делаем второй заброс. Цифра 3. И это у нас в списке был Дима Красиков. Ребят, вы получаете еще по 12 часов на аватарку нашей группы своего байка. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.